Сергей Сметанин родился в поселке Березовка Красногорского района в 1954 году. В пятилетнем возрасте он научился играть на детской гармонике. Затем Красногорская музыкальная школа и Архангельское музыкальное училище. 18 лет Сергей Леонидович посвятил работе в Северном русском народном хоре. Лауреат международного конкурса «Балтика гармоника». Заслуженный артист России Сергей Сметанин давал концерты в Индии, Франции, Корее, Германии, Норвегии, Швейцарии и даже в Монако. Это был настоящий северный мужик, очень статный, независимый, с сильной харизмой, завораживающей такой харизмой, да, которая привлекала к нему очень много людей, с очень широкой, щедрой душой. В памяти гармониста Сергея Сметанина в Архангельской области ежегодно проходит международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи».